Эй, ребята, всем привет! Меня зовут Энди Муфт, на новом канале это Tormented Souls! Четвертая серия! Да, четвертая серия. Мы с тобой идем. Мы, короче, нашли ключ. Крутой ключ. Мы взяли аккумулятор. И сейчас аккумулятор в библиотеке поможет нам подняться на второй этаж. Но сначала аккумулятор нужно зарядить. Чтобы его зарядить, мне нужно выйти в главный холл. Чтобы выйти в главный холл, иди за мной. Я тебе покажу. А потом еще ключом мы можем открыть много других дверей. Так, где? Главный холл. Да, главный холл сюда, все верно. Ой, стоп. Геймпад немножко выронил. Но геймпад сразу поднял. По пути здесь Dental Room нет. Здесь ничего не надо. Здесь ничего не надо. Выходим сюда. Перебегаем через дорожку. Или подожди. Давай сначала еще одну дверку откроем. Короче, я поймал вредителя. Вот он. Вот этот вредитель бегает по клавиатуре. Пытается мне выключить запись. Ой, этот вредитель столько болел. Мы его 2 месяца лечили, ё-моё. Лечили и хотим кого-нибудь пристроить, потому что у нас своих котов хватает. Итак, подожди, давай вернемся к картам. Файлы. Карта. Рассмотреть. Главный холл, нет, не то. Не то. Вот, столовую я хочу. Значит, от выхода вот сюда, в коридор столовой и налево. Хорошо. Значит, мне вот туда. А, ну здесь, по-моему, завалено, я не могу пройти. Значит, мне надо обойти. Нет, я могу пройти. Это же столовая? Это переговорная. Выйди отсюда быстрее. Нам в столовую. Буквально на 3 минуты отвлечемся, чтобы потом сюда больше не прибегать. Так, сюда. Вот сюда. Столовая. Да, столовая здесь. Коридор столовой. И, значит, по коридору столовой. Здорово, чувак. Вот здесь должен быть секретный замок. Да, вот здесь, все правильно. Опа, здорово. Лежит, что-то ждет. О, перезарядить бы. Ты меня не слышишь? Слышал, сука. Нет, умри. У-ху-ху-ху. Я так люблю эти драки. Я так... Подожди, откуда он здесь взялся? Выполз, потому что я открыл морг. Не знаю, если честно. Дробовик есть патрончик? А вот и головоломка. Вот подсказка. Разбитая значит целая. И там формы. Разбитая значит целая. То есть разбитая значит это части целого. Если я вот эти два продолжу, это будет квадрат. Если вот эти, это будет многоугольник. Там есть многоугольник. А если вот эти части переместить, сложить, то это еще один второй многоугольник. А ну-ка. Не, подожди, использовать рано. Комбинировать. Не, подожди, да и заткнись. Вот так. Итак, я могу сделать здесь квадрат. Здесь многоугольник. Вот, ну, вот этот пусть будет. А здесь вот этот. А ну-ка. Хотя нет. Здесь вот такой угол. Все. Рассмотреть. Меняем их местами. Здесь наоборот. Здесь будет сота, как в том. А здесь вот такой. О, теперь должно подойти. Да. Головоломки простые. Не простые даже, а простые. Ой, твою мать. Очень темно было, очень темно. Опа. Видеокассета, на этикетке написано часовня. Надо идти в часовню. Нет, надо идти в переговорную, смотреть. И она перенесет нас в часовню.
А рядом... подожди, пока загадка. А вот это хорошо. На полу валяются потроха. Это эксперимент. Да, еще один. Вонь ужасная. Что это? Внутренности какого-то животного? Нет, это один из подобных превратился в лужу крови. Фу. А, собственно, все, зачем я приходил сюда, это кассета. Слушай, значит, мне сначала нужно открыть все двери, потому что... Да. Может быть, в них полезные предметы, которые помогут мне. Идем в главный холл. Найдем сейчас еще один ключ. Так, давай посмотрим по карте. Файлы. Рассмотреть. В архиве. А, ну вот сейчас я в архив и пойду. Это на первом. Нет, в архив мы сейчас спустимся, это будет потом. Сейчас где-то есть выхода в столовой. Мы получили. Коридор интенсивной терапии. Хорошо, мы пойдем туда следующее. Столовой. Получается, давай тогда в архиве возьмем. На первом этаже выходим из главного холла налево и сразу дверь. Хорошо. Я понял. А это что такое? Это приемная. Подожди, а здесь же тоже была дверь, нет? Да, мы сейчас выйдем к интенсивной терапии, и здесь есть дверь тоже. Вот интенсивная терапия, налево здесь дверь. Да, отлично. Один палочка равна единичка. Это количество сторон. А цифры на боку. 5 сторон у ключа есть у фигур там, 3 стороны, а 8 сторон нет. Пять, три. Так, подожди. 5 сторон. Раз, два, три, это 6. Раз, два, три, 4, 5 сторон. 3 стороны, это треугольник. Ой, подожди. Треугольник. 5, 3. И 8 сторон. А на боку они. Потому что это не 8. Потому что это бесконечность. Это инфинити. Бесконечное количество сторон у кого? У круга. Вот так. Так, мои детки. Очень простые головоломки. Благодарю. Благодарю. Всех благ желаю. Так все легко открывается. Коридор интенсивной терапии. А что там кто-то рычит на меня? Пошли нахер. Вернемся в коридор. Я хочу... Там много, видимо, ходить. Давайте откроем еще одну дверь. Офис, выход. Как мне сюда выйти? Так, карта, карта. Карта, здесь я не часто бывал. Рассмотреть. Архив. Главный холл, общественный туалет, часовня, кухня. Вот, операционная, коридор западного крыла, лифт, приемная. Кабинет, раздевалка. В холл через раздевалку могу выйти. Перейтинг рум. Нет, это не то. Почему такой звук был? Это раздевалка, да? Да, и здесь, кстати, чувак бегает. Пошел в жопу. Ой-ой-ой, извини. А вот и главный холл. Превосходно, я бы сказал. И еще один ключ с тетрисом. Это, по-моему, здесь. Часовня. Вот, ключ с тетрисом. Превосходно.
Тетрис, значит, фигурки, которой не хватает. Сюда войдет квадрат, сюда треугольник, сюда звезда. Очень просто. Квадрат, треугольник, звезда. Рассмотреть. Так. Квадрат, треугольник, звезда. Я все 4 замка сразу открыл. Ты что, прикалываешься? Вот это да. А где-то давно я, кстати, не встречал печатных машинок. О, в главный холл я как-то вышел. А, приемная, прикинь. Понятно, надо какой-то код знать. Понятно, уходим. Это что значит вообще? Новый администратор сообщил, что несмотря на его усилия, отпереть кассовый аппарат не представляется возможным. Похоже, единственный, кому удавалось это сделать, доктор Шон Мейер, которого не могут найти уже неделю. Я осмотрел его личные вещи и не смог найти ничего, кроме клочка бумаги у него под столом. Как будто кто-то специально уничтожил его следы. Это шо? Я не знаю. Спасибо. Видимо, мы к этому вернемся. Для чего все это? Точка равно 2. Точка равно 3. Это количество линий, пересекающих точку. Первую линию, первую точку пересекает 2 линии. Точнее, скольких линий касается точка. А во втором случае точку касается 3 линии. Вот, походу, решение колонки с автоматом. Сейчас попробуем. О, а это мне нужно. Это мне нужно. Так, что, попробуем? Здесь будет еще что-то есть? Здесь самое полезное есть, дробовик. Еще бы морфия мне. Попробуем, пойдем тогда открыть. А это журнал я взял, файлы. Это мой дневник, да? Это дневник Марии. Это дневник Вильяма. Журнал ремонтных работ. А где мой дневник? Дневник Анны. Я не Анна. Я не Анна. Журнал ремонтных работ. 5, 3. О, здесь. Так, значит, согласно логике, это 0. Это 1, 2. 1, 2, 3, 4. Это 0, 4, 1. И 1, 2, 3, 4. 0, 4, 1. 1, 2, 3, 4. 0, 4, 1, 4. Попробуем. 0, 4, 1, 4. Ха-ха-ха. Все правильно. Количество линий, которых касается точка. Морфий и какая-то монетка. Что это? Странная монета с каким-то символом. Я, наверное, знаю, куда... Подожди, это же монеты снизу было там вставлять, какую-то херню. Нет? Я пока не знаю, для чего монета. Но мы с этим разберемся. Наверное, в будущем. Хорошо, с головоломкой все понятно. Теперь отсюда идем... Решаем проблемы с аккумулятором. Идем зарядим аккумулятор. Аккумулятор, где нужно зарядить? Сейчас я вспомню. Все, я вспомнил. Мы идем. Мы правильно были. Сюда. Идем сюда. Поворачиваем. Вот сюда. Возле столовой была кладовая. Вот это она. А, ну гардероб.
Там на английском кладовая. Хорошо. Использовать. Заряжаем аккумулятор. Идем в библиотеку, она шарится наверх. Зарядка займет. Зарядка займет несколько дней, слишком долго. Я понял. Точно так же, как с ржавчиной. Кладем его в прошлом, поэтому мы нашли кассету. Короче, я все понял. А что здесь звук такой? Это что? Я здесь вообще был? Склад. Да, я здесь был, естественно. Мне нужно в приемную. Через кухню сейчас выйдем в приемную, ради бога. Мне пофиг, как выйти в приемную. Это выход. Главный холл сейчас будет. Нет, часовня. Кругом я, короче, обошел. Вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Подожди. Приемная с какой стороны? Общий туалет, архив, часовня, главный холл, флор 2, столовая, библиотека, переговор. В переговорную мне надо, точнее. Это вот эта дверь. Хорошо, сейчас сразу в нее войдем. Переговорная. Новую кассетку тыкаем. Кассетка, кассетка. Использовать. Подожди, сначала открыть. Да-да. Забираем. Комната экспериментов. Вставляем часовню. Нажимаем play. Да, мы возле статуи Иисуса Христа. И она сейчас будет не разбита. Все правильно. Все правильно я подумал. О, здоровый ты здесь. А мы путешествуем во времени. Вот почему он говорил, что девочка, мы с вами уже виделись в самом первом видео. Мы не виделись. Father, отец, что случилось со статуей Христа? Вы сами ее починили? А, приветствую тебя, дитя. Добро пожаловать в эту скромную обитель Господа нашего. Я городской священник, и я весьма рад нашей встрече. Как твое имя? Что такое? Я что-то сказал не так? Нет, что вы, ничего такого. Меня зовут Каролина. Каролина Уокер, Каролина Ходячая. Очень красивое имя. У тебя, кажется, был вопрос по поводу статуи нашего Господа. Когда я была здесь в прошлый раз, статуя была разбита, а ее осколки разбросаны по полу. Упаси Господь, дитя мое. Эта статуя хранится здесь уже более сотни лет. Мы за ней хорошо присматриваем. Никто ее не разбивал. И будем надеяться, ничего плохого с ней не случится еще долгие годы. Ага, понятно. Ну, я тебя разочарую. Она скоро будет разбита. Будет прямо вот здесь лежать. Идем заряжать наш аккумулятор. Эй. А, правильно, мне не сюда, мне сюда. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам. Гардероб. Так, использовать. Все. Она в какой год я переместился? Зарядка займет несколько дней. А за 14 лет он не ебанет нахер, не разнесет здесь все, если будет заряжаться 14 лет. Ну, может быть, там, типа, предохранитель. Когда он зарядится полностью, начнется импульсная зарядка. То есть он просто будет поддерживать в нем зарядку, чтобы минимизировать разряд, но не взорвется. Наверное, так. Идем, значит, забирать аккумулятор в нашем времени. Камера, я выйду отсюда. Я красавчик. А люк мне не нужен, спускаться никуда. Надо выйти здесь. Коридор второго этажа. О, зачем мне в коридор? Подожди, я не туда вышел.
Я же мог из приемной напрямую выйти. Как мне это сделать? Приемная? Вот сюда. Главный холл. Отлично. Мне всегда вентилятор крутится, мне всегда кажется, что это кто-то там шастает, и мне страшно становится. Страшно становится! Но отступать я не готов. Отступать я не готов. Часовня. Часовенька буквально. Аккумулятор идем заберем. Статуя вон, кстати, разбита. А! Что с ней случилось, не знаю, но она разбита, это факт. Здорово, ты зарядился? Все еще заряжается, что ли? Нет, он зарядился. Аккумулятор полностью заряжен. Я красотка. Я красотка с бантиком. Как еще меня назвать? Кто-то здесь что-то это, я даже не хочу знать. Кто там кряхтит? Выходим. Теперь нам нужно в библиотеку. Если помнишь, по второму или первому видео, там был лифт. Лифт этот вел на второй этаж, какой-то был подъемчик. Давай туда пойдем, поднимемся. Вот теперь нам нужно в холл. Так, погоди. Теперь к этому чувачку странному. Здорово. И вот здесь библиотека. Что? Но можно и сохраниться, на самом деле. Пленки есть. Может, она что-то нам расскажет сейчас. Давай сохранимся. Кабинет вот так вот. Принять. Рассказывай. Пройдя сквозь некую странную проекцию, я оказалась в месте, в котором уже бывала ранее. Только теперь оно было другим, как будто из другого времени. Из-за этого я ощутила себя совсем чужой. Я обнаружила нечто ужасное. Девочку, запертую в тюремной камере. Кто мог так жестко поступить с ребенком? Дверь камеры заперта и замок очень прочный. Вряд ли нам удастся найти ключ, так что придется придумать другой способ ее отпереть. А я уже это сделал. Я просто обязана вызволить бедняжку. Ты так далеко сохранилась, я же это все уже сделал. Я, короче, не туда зашел. Мне же нужна библиотека. Пожалуйста, не шумите. Это не библиотека, кстати говоря. Вот библиотека. Библиотека. Спокойно, я уже вас слышу, твари. Да, механизм для выхода хорошо. Капец, 10 патронов. Хотя бы сдох. А это что? Я туда по-любому ходил. Я везде ходил, кроме... Вот, тихо, монетку не знаю, что с ней делать пока. Вот так вот. Вот так. Я лифтер. Лифтер. Я у мамы лифтер. О, бляха-муха, еще один. Спокойно. Ты мощный, я помню, что ты мощный. Лежать, как говорится. Молодец, молодец, это все. Что-то переживал, что-то кряхтел. Все перезаряжаем. Все, все орудие сразу под... подвергается перезарядке срочной.
Так, я сохранился, кстати говоря, так что я не сильно боюсь умереть теперь. Потому что когда умираешь, ты начинаешь с самого начала сохранения. Подожди, я отсюда пришел, мне в другую сторону. Что-то я здесь должен найти очень... Подожди, Буленочка тоже пойдет. Но я что-то... Это библиотека. Здесь что-то должно быть просто crucial. Просто очень важное. Я пока ни хера не нахожу. Шо? Это я знаю куда. Под статуей. И, возможно, туда же и монетку, и вот эту херовинку. Хорошо. И все? Серьезно, и все? Ладно. Наверное, сейчас пойдем сразу ее воткнем. Может, откроется какой-то проход сразу. Я люблю, когда в играх вот, ну, понятно все. Нет такого прям слишком намудреного. Бывает все такое сложное, что ну просто ну бегаешь, и игра начинает бесить. Думаешь, игра, твою мать. Вот что? Зачем? Что я тебе сделал? Но не в этом, не в этом случае. Есть все по-другому. А я кассетку не хочу забрать? Наверное, нет. Зачем? Она никуда не денется. Главный холл. Не спеша идем вниз. Теперь вот сюда. И у нас еще есть одна дверь, открытая с ключом, я помню. Я сейчас туда пойду. Но сначала сюда. Итак, монетка. Монетка не подходит никуда. Или подходит? Это здесь не подходит. Вот сюда, может, она. Это здесь не подходит. Кинуть бы ее туда. Хорошо, но зато мы знаем, что подходит вот это. Бам. А, выставить надо. Блин, а давай я сфоткаю, наверное. Мне так будет неудобно. Сейчас, нужно же будет выставить их правильно. Так, 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 одну секунду. Все лишь включается камера. Вот так. Фоткаем. И сейчас будем выставлять их. Итак, берем эту штуку. Рассмотреть. Выставляем. Вот это. Вот так. Вот это. Вот так. Вот это. Вот так. А вот эти две правильно стоят. Используем. О, это же, наверное, зеркально. Так, а как тогда мне это сделать? Если оно вот так, я вставляю. Вот это неправильно. Подожди. Вот это неправильно. Это так, это так. Подожди, дай мне подумать. Если эта штучка вставляется вниз, значит, вот это вот так. Да. От этой штуки к вот этой три поворачиваются вот так. Угу. Вот эти вот вроде бы правильно. Нет, неправильно. Неправильно. Должны вот так быть повернуты. Да. И вот эта дальняя должна быть повернута. Вот так. Вниз одна смотрит, а одна влево. Одна. Нет, не так. Вот так. Все, теперь должно подойти. Использовать. Да! Хорошо, фух, это, короче, берешь одну, по ней ориентируешься. Но зачем я это сделал, когда у меня нет двух оставшихся элементов? Ну, сделал и сделал, как бы говорится. Что меня судить строго? На будущее. Задел на будущее. Ой, извините.
У меня остался пока что один вариант, куда идти. Это в очередную открытую дверь с Тетрисом. А, или не с Тетрисом. Это архив. Нет, мне не в архив. Мне не с Тетрисом. Мне в другую дверь, которая возле лифта. Это в другую сторону, в общем. Можно спуститься, кстати, было на лифте, а можно перебежать. С одного холла в другой. Нет, вообще неправильно пришел. Хватит блукать, алло. Часовня. Сюда. Так, сюда. Туда, кстати говоря, по-моему. Нет, не сюда. Заблудился, забыл, где лифт. Ну вот, я на лифте спущусь туда, куда мне надо, короче говоря. А, лифт я не могу, кнопка с этого этажа не вызвать. Твою мать, нужно было подставлять тележку всегда. Идем через главный холл, получается. Главный холл, карта мне нужна, заблудился. Архив. Это первый этаж, студия. И вот ключ. Это мне сюда не надо. В уборной мне сюда не надо. Аптека была. Вот! Короче. Приемная. Раздевалка, главный холл. Через раздевалки могу пройти. Либо через приемную. Я, конечно же, предпочту через приемную. Ла-л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 а. Нам вот сюда. Бам. Ага. Здорово, пацан. Здесь тоже люк. Здесь вот так. Поднимаемся. Подожди. Кстати, вариант. Но не будем. Куда-то я опять забрел. Топографический кретинизм начался. Это я в студии. Мне надо просто из нее выйти. Я окажусь у лифта, в часовне. Короче, я опять не туда зашел. Я, конечно, я тукан. Я зашел в правильную дверь, только это же на втором этаже. Нам нужно подняться на второй этаж и войти в дверь приемная здесь, пройти и спуститься в коридор. Какой я тупой. Ой, с теми картами. Поднялись, короче говоря, и вон сюда, в приемную. Вот, теперь все правильно. Проходим через приемную. Коридор западного крыла. Теперь я в правильном месте. В правильном месте. Лифт, кстати, надо призвать туда и заблокировать. Хорошо, эту головку мы открыли, и мы заходим сюда. Я же больше не знаю, что делать, правильно? Ключом все двери открыл, кассеты. Здоровье так себе. Интересно. 2D. Заперто с другой стороны. Плохо. Почему дробовик я избрал? Потому что я боюсь, что у меня нет аптечек. Блин, там еще один. Ха-ха.
Молодец. Ну а следующий пойдет гвоздями. О, трусики задрались! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, опусти юбку, ты что нам делаешь 18+ тут? А почему? Что происходит? Глюк какой-то! Что такое? Я не понял, что это было. Заглючило игру. Он стрелял как с дробовика из этой штуки. Вообще прикол. Короче, я больше не могу рисковать. Чувак, извини, ты стоял спиной, пришлось. Красавчик. Я этого от тебя и ждал, я меньшего от тебя не ждал. Да, все взял. Зажигалочку. Хорошо. Тюби. Кабинет. Бытия или небытия. Еще одну пленочку, это хорошо. Ой, ты, бля, ты что здесь делаешь? Отче, что с вами случилось? У него что, руки нет? У вас шок, нужно обработать ваши раны, пока вы не стекли кровью. У него руки нет, ему оторвало руку. Оторвало Мишке руку, никогда его не брошу, потому что он хороший. Ну или как-то так. Так, а что ты не обрабатываешь? Обрабатывай. Подожди. Что еще там есть интересного? 2D закрыто. 2D закрыто. Комната пациентов. Да, пациенты лежат. Пациенты на месте. Половина человеческого тела. Половина человеческого тела. Половина человеческого тела. Я к этому не прикоснусь. Почему? Почему? Отче, нужна рука. Бери руку. И шо, и все? Нет, не все, смотри, это еще одна дверь. Уборная 2CD. Ничего нет вообще в уборной. Кабинет 2D. Выход в кабинет из уборной. Слушай, я уже заблудился. Похоже на подставку для судейского молотка. Да? Еще одна головоломка. Пока, наверное, здесь ничего не могу сделать. Странно, почему сюда вход через туалет? Оно закольцовано, я дверь не забыл. Подожди, это Сократ я открыл. Коридор. Спасибо, в 2D. Ну, я не зря осмотрелся. Это я прошел вот сюда, в комнату пациента, а я еще вот сюда не ходил. А, я сюда не могу пойти. Хитро сделали, твари. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, запомнил, в одной комнате руки лежат.
Это если туда зайти, короткий путь к рукам, а сюда к головоломке короткий путь. Все, идем к священнику обратно. Священника мы были, мы теперь идем сюда. Уборная 2А, 2Б. Еще одно зеркало. Я сейчас пойду в параллельную реальность снова, походу. О, это как в той серии. Мы кукле пересадили пластиковое сердце, а в реальности оно зашилось. Мы сейчас в том мире будем священнику пересаживать пластиковую руку. Да, по любасу. Зажигаем свечи. А, ну все, тихо. Свечу можно зажигать? Так зажигай. Надо взять, да, сначала? Использовать. Вот. Идем в параллельную реальность. Пришли, собственно говоря, недолго ходили. Сразу проверяем дверь. Она работает, это стрёмно. Я не хочу, чтобы много дверей работало. Если много дверей работает, слишком много приходится искать. Ой, ёб твою, что это такое? Да какого фига каждая дверь открывается? Опа. Во рту у статуи вставлен металлический цилиндр. Веревка не дает лезвию опуститься. А как насчет решения? Прекрасно. Вот и цилиндр. Металлический свиток пергамента. Это я знаю, куда вставляется. С обезьян. Похититель обезьян. Это решение головоломки. Мы почитаем, когда придем к головоломке. Мне здесь что-то еще надо? О, патрон дробовика мне точно надо. О, молоточек. А там нужен был молоток для судьи. Хорошо. А где чемодан с руками? Извините меня. Очень много дверей, можно заблудиться. Здесь мне вроде больше ничего не надо, хорошо. Коридор интенсивной терапии. Я отсюда пришла? Да. Гроб. Ни за что не загляну внутрь, а зря. О, вот, здорово, ты чувак. Да, я все правильно, короче, нужно найти руку. А, руки были не здесь, руки были, нам нужно выйти отсюда. Я знаю, где руки. Коридор интенсивной терапии. Это быстрый доступ, кстати говоря. Нет, это не к рукам, это к головоломке. А вот это быстрый доступ к рукам. Но здесь закрыто. Так. Мне прикольно. Значит, надо пройти в обход, что ли? Ну так я здесь ходил уже. Тихо, тихо. Блёха-муха. Ты так близко подкрался.
Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что такое? Что такое? А вот и руки, кстати говоря. Пари мне. Красота! Теперь я могу прицепить пастырю руку. Здесь много всяких лекарств. Так возьми хоть что-нибудь. Ой, чуваки висят. Труп висельника в самодельной петле. Явное самоубийство. Это хорошо. Надо, кстати, перезарядить. Дробовик в любой момент может понадобиться. Нет, 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 нет. Не сейчас. Темножки. Хорошо, идем к священнику. О, подожди, можно было свет зажечь. Это короткий путь. Я не могу его убить, если я выключу. Он над ним лампочку надо зажечь. Если я выключу свечу, я начну паниковать. Хорошо, я здесь не могу пока ничего сделать. Я открыл короткий путь в коридоре, я понял. Вот здесь чувак, хорошо. Чувак. Блин, не здесь. Здесь. Так, братиша. Руку использовать. Отлично, отлично. Между деталями все еще есть пространство. Ну и чё, какая мне разница? Твою мать. Так, я полагаю, здесь мы не справимся. Нужно идти к головоломке. Идем через зеркало. Я же могу вернуться обратно. Уборная 2Б. Вернулся. Рука валяется сейчас возле него, окровавленная в этом мире. Нет, смотри, руки нет. Хорошо, идем к головоломке. Сейчас будем читать, нужно ее решить. Быстрый доступ к головоломке у нас здесь. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А вот и головоломочка. Здорово, головоломочка. Теперь мы этот свиток почитаем, потом положим его наверх. Рассмотреть. Итак. Похититель обезьян. Давайте. С выражением. Голосом, лишенным колебаний. Судья зачитал приговор, проворно скользя пальцами по крочным выступам на поверхности бумажного листа. Адвокат защиты, казалось, был загипнотизирован гневными движениями губ судьи. Хорошо. Мать обвиняемого лихорадочно написала что-то заглавными буквами на клочке бумаги. И в отчаянии подняла его над головой. Прозвучал удар молотка, и жертву увели. Холодное лезвие неотвратимо опустилось на шею невинного. Сюда стучать молотком, правильно? После молотка холодное лезвие опустилось на шею невинного. А, наверное. В дереве вылезло. Хорошо. Нет, еще не все. Значит, здесь есть обезьяна без головы. А вот эти три. Ну, это стандартно, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Да, это ж, наверное, так и надо. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Это ж все знают. Давайте еще раз. Подходит под ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Похититель обезьян. Голосом, лишенным колебаний, судья зачитал приговор, проворно скользя пальцами по крошечным выступам на поверхности бумажного листа. То есть у него был голос, голосом, лишенным колебаний, судья зачитал. Он читал приговор, скользя пальцами по крошечным выступам. Ничего не вижу. Он видел.
Не, подожди, ничего не вижу, ничего не слышу. По крышным выступам поверхности бумажного листа. Он мог говорить, он мог слышать, он же зачитал. Он ничего не видел. Адвокат защиты, казалось, был загипнотизирован гневными движениями губ судьи. Он видел только движение губ, он его не слышал, он был загипнотизированным. То есть сначала ничего не вижу, ничего не слышу, и получается ничего не говорю. Мать обвиняемая лихорадочно написала что-то заглавными буквами. Она написала, она видела, подняла над головой, но она не говорила. Потом молоток. Короче, прям вот как было, так и было. Значит, ничего не вижу. Судья не видел. Ничего не вижу. Ничего не слышу, потому что он читал по губам его, он был загипнотизирован. Ничего не говорю. А здесь отрубленная башка. Использовать. То есть все, подняла над головой. Это. Да. И теперь я могу приделать руку. Ничего себе. Ничего себе! Просто взрыв мозга. Это не игра. Это взрыв мозга. Сейчас, судья, все будет. Потерпи. С этими перемещениями, конечно, придумали вообще круто. Так, цепляем руку. Использовать. И степлер. Использовать. Мам, мам. Этот степлер недостаточно мощный. Я тебя убью, падла. Мощность регулируется. Старый степлер, мощность регулируется. Блин, я надеюсь, все на этом. Да! Я думал, сейчас опять бегать, это жесть. Нет, все нормально. Ну давай, свищеша. Возвращаемся. Все, ты живой? Ты живой. Father, отче, вы целы? Каролина, дитя мое, это существо украло мою Библию. Вам лучше не двигаться, отче. В вашем состоянии нужно сохранять покой. Ты права, дитя мое. Не знаю, как и благодарить тебя за заботу о моей руке. О чем это вы, отче? Я ничего не сделала. Но я ведь сам видел. Хотя... Наверное, ты права, я совсем запутался. Но теперь я припоминаю, что руку мне обработал доктор Вильям. Доктор Вильям? Отец двойняшек Вайлдберг? Он здесь, в особняке? Я и не знал, что у доктора Вильяма есть дочери. Где мне его найти? Обычно он в своем офисе. Думаю, там ты его и найдешь. Отправлюсь туда сейчас же. Надеюсь, он сможет ответить на мои вопросы. Погоди. Вот, возьми. Уверен, тебе это пригодится больше, чем мне. Что там? Автомат М-16. Уверен, мне это поможет. М-16 или портативный танк. Потому что в прошлый раз он мне дал пистолет, гвоздипистолет, а теперь портативный танк, наверное. Да хранит тебя Бог, дитя мое. Это фонарь! Вот эта тема! Это... Выкидываю нахер зажигалку. Пошла в жопу. У меня есть фонарь. А как его подсоединить? А, я просто надела его. Он всегда горит и не садится. И там было место в том мире, где я не могла пройти. Потому что мне нужно было лампу включить над башкой, и я не могла стрелять. А, вот это прикол. Я знаю, куда мне сейчас идти. Но. Коридор интенсивной терапии. Но мы сейчас вот... А вообще, где офис его отца? Всем привет. Всем привет на 100 лет. Сюда.
Да, отлично, здесь есть сохранялка. Все, очень интенсивная серия получилась, тоже довольно долгая. Надеюсь, тебе прохождение понравилось. В следующий раз мы уже продолжим с фонариком. Это невероятно. Кот, боже мой, он там капец вообще за подушкой спит. За подушкой. Ладно, не хочу, он там ухо торчит, ты можешь видеть. Короче, классная игра, мне очень нравится. Надеюсь, тебе тоже нравится прохождение. Не забудь поставить ему лайк, ускоряет выход новых серий. И мы с тобой увидимся совсем скоро в новой серии. Меня зовут Димус, спасибо, что смотрел. Пока.